Трудяхи, снова всем здрасте из Обор Покрасти. Всем здорово, с вами как всегда Бамбуком Дядька Панда. Welcome, добро пожаловать ко мне в гости. Roblox Blocks Rus. Ну что, пужистики, наконец-то у нас вышла обновка. Я уже снимал видос, что у нас там добавили, какие расы добавили, что они у нас там дают. И самое главное, как их получить. А теперь я хочу пойти и глянуть вместе с вами сейчас дружненько. Блин, мне опять что-то дали тут, погодите, мне тут флейм какой-то дали, дроп. Выкинуть. Забирайте, ребят, забирайте. Это, вместе с вами пойдем сейчас глянем все расы, уже обзор на них, какие у них там скиллы там и так далее. Ну, а потом сделаем в ближайшем будущем стримчански и просто, наверное, вместе с вами будем получать все эти новые расы, да? Ну, по очереди, наверное, каждую она будет получать и так далее. Либо остановимся на одной какой-то. Ну что, друзья, всех с Рождеством. Обязательно на удачу поставьте бамбуковый луиск, чтобы удача вам всегда шла навстречу и выпало вам тесто, веном, там, супер-мега-будда, заморозка, этот Blizzard, либо еще что-нибудь там. Какие вы там фрукты хотите. Не знаю, в скором времени, может быть, сделаем опять какую-нибудь раздачу фруктов. У меня тут пока то, что есть, это у меня все на бустах. Вот эти два теста надо отдать. Ну, остальные потом, может быть, что-нибудь нафармим. А, там аккаунт же еще есть. Аккаунт, блин, я что-то забыл, надо аккаунт еще будет разыграть. А, фуловый 2450 уровень. Ну что, друзья, всем удачи, погнали. Так, вот у нас новенькие видосики, все полностью, друзья, вот это мы смотрели уже гайд 7 часов назад, и вот 6 часов назад админ выложил. Human, Mink, Angel, Shark, Киборг и Гуль. Давайте всех сейчас по очереди аккуратненько, друзья, глянем. Где-то, может быть, будем что-то там мотать и так далее. И музло на огонь, ну сделаем чуть-чуть потише. Так, это у нас Human, да? Человек. Так, это заставочка. Ребят, первый раз. Глаза, офигеть. Блин, он на какого-то больше на демона похож, нежели на человека, да? Сейчас он все покажет. Человеки, человеки. Так, это что, дэш такой? А, и мы не видим, но становимся. У нас три... Счетчик, вот, смотрите, внизу. Но закапливается, по ходу дела, счетчик, да? Короче, очень большая мобильность. Crazy mobility. Смотрите, внизу три штучки у него закоплено, и потом супер-мега дамаг пошел. И здесь, смотрите, внизу контер. Блин, мне тут мешает маленько. 93, 90, 89. Откат идет. Если мы бьем, то у нас вот этот счетчик закапливается. По 1000. А, чем больше мы бьем, тем больше у нас дамаг растет. А по 1000, по 1090 уже. Офигеть. Это просто левая клавиша мыши. Ну, это уже скиллы. Выглядит вот так вот он, да? Офигеть. И он постоянно вниз вот этот вот счетчик идет. Дэшимся, и у нас тратятся вот эти вот бары. Три бара, которые. По 1000, 1080 где-то там дамажит. Так, по каждой где-то по 3 минутки. Ну да, видос у нас минут на 15, да, пойдет. Бум! Вон они внизу, скиллы. На какого-то он гуля похож, больше чем на человека, да? Human insane, типа сумасшедший он вообще. Большая мобильность, большой урон там и так далее. И вот эти флеш-степа, три заряда у него есть. И временно нас делает невидимым. Сейчас 900. 900, видите, урон растет до 1000.
Окей, посмотрели Хьюмана. Идем теперь Минка, друзья. Я не знаю, на ком остановиться. Напишите потом в комментариях, кого лучше развивать, какую расу выкать. Так, теперь Минк. Это которая раса сейчас у меня. Это которая торнадо будет делать и будет заманивать в ловушку противников. Тут 2 минутки. Ну вот по 2 минутки на каждую раз. Сейчас мы с вами быстренько и глянем, да? Бау-бау-бау. Листаем. Листаем. Трансформация. Дэши изменились. О, видали, они оставляют эти. А, и под и это противника поднимают вверх. Офигеть, прикольно. Короче, я думаю, вот это для PvP-хи будет удобно. Слева бар, смотрите, вот здесь вот в самом низу. Там, может, на ютубчике не видать. Снизу еще такая полосочка, вот под маной. Ой, не под маной, под энергией. Фига себе дэш. Вот это он далеко ты пэхается. Самый длинный дэш, наверное, да? Ну офигеть. You can angle it however you want. Электрический дэш. Блин, я даже не знаю, какая раса тир будет самая лучшая. Надо будет какой-нибудь тир-лист потом составить еще. Хотя это здесь я, наверное, субъективно. Но они не дамажат. Получается, он не дамажит, просто его как бы... А, нет, дамажит там чуть-чуть есть. Что-то, по-моему, по мелочи там было. Офигенно. Так, это мы закрываем, закрываем. Так, смотрим дальше. Следующий у нас кто? Вот этот вот Angel пойдет. Ангел, да? Давайте ангела посмотрим. Это которого аура 4 эффекта там у аура. О, нифига, как прикольно выглядит. Вот эта штука прикольная. Это который летать будет у нас. Он будет летать у нас. Сейчас полетит. Блин, вот этот эффект крутой вообще. А, аура бьет, смотрите. И постоянно дамажит. Блин, прикольно. Короче, подлетаешь, если рядом, он дамажит постоянно. Я что-то уже ангела хочу. Прикольно. Короче, для ближников вообще тоже прикольно будет. Сближаешься, когда с противником постоянно дамаг. О, еще и полет, смотрите, летать. Ну, скорость. И у нас заканчивается нижний этот бар. Видите, внизу кончается вот эта вот энергия, которая... Полосочка тоненькая. О, на куху можем вот так вот парировать. Офигеть. Парить, смотрите. Ну а что, по скорости нормально. Блин, я не знаю, я, наверное, на... Может быть, ангела все-таки? Надо расы паролить будет. Напишите, ребята, обязательно в комментариях, какую вы будете авейкать расу. Надо будет какой-нибудь сделать этот, голосовалку потом на стриме. Прикольно. Короче, аура замедляет. Еще энергию высасывает. А вот она, вот эта аура. Помните, 4 эффекта там было. Медлительность, урон с течением времени, утечка энергии и искажение экрана. Так, ладно, это мы посмотрели. Это у нас был ангел, теперь у нас шарк. Человек-карась, которого называю. Рыба людей. Yo, what's good, guys? Today's video I'll be showcasing Shark V4. Shark, рыбка. Tanky, so let's get it. Smash that like button. Короче, танк. Короче, который щит будет. Он будет щит накладывать.
Alright, now I'm gonna showcase Shark. Shark got a couple of reworks too, so you know, now it's a real tank. I'm about to show y'all why. So the first thing I'm gonna show y'all is why the M1s and the damage dealing. M1 наносит. So the more damage you deal to someone, больше дамага. They get this thing underneath them that slows them. So when he runs around now, he's slowed. Вот, смотрите, на нем эффект воды. И теперь пропал. Видите, водичка на противнике. Блин, прикольно. А по нам ноль уходит. А, вот слева, смотрите, погодите, назад. Вот у нас щит 12095 и 12095. У нас щит из воды, он у нас сейчас будет дамажить по ноль. Но у нас вот этот вот щит убирается. Видно, да, вот здесь вот? На хп. 0-0-0. Прикольно тоже. 0 дамага. Короче, дополнительные хп дает. А вы дамажите, и противник в воде. И у вас еще щит восполняется. Блин, вот это для PvP вообще имба. Every V4 ability has to do with staying in combat, trying to get your skills and passives. Because if you run away, you're not getting anything out of it. Your transformation bar is gonna go away. Other than that, that's all Shark can do. Alright, that's gonna be the end of this video. Прикольно. Короче, нам дают больше хп, и мы своими ударами замедляем противника скорость. Мы в воду как бы помещаем. Next video. Так, все, окей, это мы посмотрели. Осталось у нас Киборг и Гуль. Давайте сначала Киборга. Глянем. Cyborg. Через сферы как-то он будет наносить урон. Помните, я вам рассказывал? Какие-то сферы там. Мотаем. Блин, прикольные эти крылышки. Прыгаем и нажимаем Q. Очень длинный дэш электрический. Двойной тап. Короче, большие прыжки. И по ходу дела прыжками он дамажит. Я только не вижу, что там по дамагу. А, он электричество накладывает. Электрический эффект. Ну понятно. Короче, после того, как мы бьем, еще постоянно как бы накладывает яд и постоянно еще дамажит противника. Ну не яд, электричество, которое постепенный эффект. Довольно-таки сильный, да. А, и он всем вокруг. Нифига себе, вот это прикольно для фарма. А, вон сфера, вон она сфера дамажит. За ним сфера, видите, маленький кругляшок. Блин, вот для фарма прикольно. Пару раз надамажил, она их сама дамажит. Мне кажется, для фарма вот это имба. И он всех вокруг дамажит, смотрите. Вообще пипец. Короче, мне кажется, для фарма сама огонь это киборг будет. Вообще жесть, он быстро зачищает всех. Красота. Так, и теперь у нас гуль, который будет высасывать энергию. Ну, хп будет высасывать. Да. Alright, what's good, y'all? Today I'm gonna be showcasing the edgiest V4 race of them all. Гуль. Make sure you run up that light. Гуль с черными крыльями выглядит. И рога. Alright, so now Ghoul is one of the coolest ones in my opinion. My boy Junior put in crazy work for this one. So, when you transform... И регенерацию здоровья мы дамажим у противника, он не может регенерировать наш враг. О, нифига себе, какое поле. Черное. Ну-ка, погодите, назад. Что там с дэшем, он говорит? So, when you transform... Трансформируемся. Когда мы дэшимся... А, у нас вороны летают.
Они автоматически сами дамажат этого противника. Я не вижу только по сколько. По 20, по 30, да? Короче, даже атаковать не надо, мы дэшимся, и они просто дамажат противника. Когда противник в этом поле... But not that much. I'm gonna have my boy demonstrate it for y'all. So this is how it looks like. You cannot really see anything. So if he dashes around now, this is how it looks like when you get hit by it. You really cannot see that much. It's pretty cool. Офигеть. Короче, ослепляет. Ослепляет, и все атаки должны высасывать хп, ребят. То есть они должны вам передаваться. You know, my boy went crazy on this. Ну, мне кажется, для PvP это прикольное ослепление. По три цахочки. Да, короче, когда ты дамажишь, хиляется, видите? Он дамажится и хиляется. Ну, для PvP тоже будет прикольно. Блин, я даже не знаю. Вот точно для PvE, для фарма подойдет киборг. А вот все остальные больше для PvP, наверное. Короче, очень тяжело будет Гуля убить. А вот интересно, Гуль против человек-рыбы. У того щит, а у этого ХП хиляется. Не знаю, кто из них сильнее. Да, это для PvP. Обалдешки, ребят. Ну чё, полностью всех мы глянули. О, я не знаю. Либо Шарк мне приглянулся, человек-рыба со своим щитом. Либо Гуль ослепляет и Life Regeneration. Чисто визуально мне больше всего Ангел понравился. Вот Ангел офигенский выглядит. Минк, не знаю, со своим Торнадо и с Дэшем что-то как-то так себе. Ну, либо Хьюман прикольный тоже. Не знаю, может быть, рыбку я возьму. Надо будет какое-нибудь голосование сделать, друзья, да? Наверное, ждите, я отдельно потом сделаю голосование. И посмотрим, кто за что как топит, да. Но, по крайней мере, полностью мы глянули, более-менее так уже представление у нас есть. Как получить, уже знаем. И обзоры на всех мы так глянули. Ну что, ребят, всех еще раз с Рождеством. Давайте, будет еще в скором времени больше видосов и больше гайдов. Всех обнял и всем покедово. I like